И вот тот же самый кратер. Максимальное увеличение Sony. 50-кратное оптическое увеличение. Сравнение, конечно, совершенно ради интереса, потому что совершенно некорректно сравнивать фотоаппараты разных годов выпуска. Sony я покупал то ли в конце 2013 года, то ли в начале 2014. А Nikon Coolpix Sony DHC HX300, полное название его. А Nikon я покупал в 2018 летом. Nikon 83 оптическое увеличение, здесь 50. Ну, если по луне как-то еще освещенность, светочувствительность, вернее, не особо разница чувствуется, то вот освещение ночного двора, по-моему, гораздо лучше передает Sony, чем Nikon. Ну, в принципе, понятно, за счет того, что больше увеличения на Nikon нужно, большее количество информации, больше света нужно, я так понимаю. Так, ну вот. Вон у нас Аристарх слева в верхнем углу. Вон у нас на краю моря Платон кратер. В общем, все приметные объекты зафиксировал. Идеально круглый под самым краем верхним, чуть левее, кратер Платон на краю моря исчезает из кадра. Слева запятая ярко-белая — это кратер Аристарх, один из самых молодых. В одной записи посмотрю, как это выглядит. 15 октября 2019 год, Харьков. Ну что-то там, сколько у нас времени? 20:00 по Киеву.